Удивительно и полна загадок история Соловецкого монастыря. С первого же дня своего существования он не был похож ни на одну монашескую обитель России. Безлюдные каменистые острова, отрезанные от материка десятками километров холодного Белого моря, Соловки даже среди поморов считались малопригодными для жизни. На их суровых берегах, в объятиях северного ветра, березы вырастают похожими на извивающихся змей и называются танцующими. Только необычайно сильные духом и телом люди могли решиться вступить здесь в единоборство с природой. В 15 веке на севере Руси такие люди нашлись. В 1429 году престарелый монах Саватий и его спутник Герман, искавшие уединения и безмолвного жития, вступили на Соловецкие острова. В течение 6 лет они терпели жестокие лишения, поскольку ничего, кроме репы, здесь вырастить не удавалось. Но слава их аскетической жизни и молитвенного подвига оказалась сильнее сурового климата. После смерти Саватия сын богатых родителей, крестьянин Зосима, раздав свое имущество бедным, присоединяется к Герману и основывает на островах первое монашеское поселение. Так начиналась история Соловецкого монастыря. Вскоре он превратится в одну из самых почитаемых святынь России, встав рядом с Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лаврами. Благодаря тому, что большинство монахов на Соловках было выходцами из крестьян, здесь возникнет уникальное хозяйство, основанное целиком на народном опыте и мужицкой сметке. Из скромной пустыни они превратят обитель в целое государство, которое одно время контролировало 60% соляных промыслов в России. Монастырские постройки, выполненные с необыкновенным размахом и основательностью, стали как бы живым воплощением неисчерпаемых богатырских сил нашего народа. Первое, что поражает на Соловках, вот эти монастырские стены. Сложенные нашими предками вручную из огромных многотонных валунов, они на протяжении нескольких столетий служили надежной защитой северных границ России. В годы советской власти монастырь, как известно, был превращен в концлагерь. И с этого момента стены стали как бы символическим надгробием над могилой десятков тысяч наших соотечественников, сгинувших на Соловецких островах. Мрачная слава, которой стали пользоваться Соловки после революции, казалось бы, навсегда заслонила собою не только замечательные достижения монашеской цивилизации, но и историю создания грандиозной крепости. Ее строительство началось в конце 16 века и продолжалось 14 лет. По тем временам это было одно из самых мощных фортификационных сооружений в мире. Не случайно ни шведы, ни литовцы, ни датчане ни разу не решились штурмовать ее. О неприступности Соловков за границей ходили легенды. Рассказывали, что русские святые Зосима и Саватий заставили работать самих дьяволов над сооружением монастырских стен. Лишь однажды в своей истории монастырь подвергся жестокой осаде, и то со стороны своих же, русских. Было это в 17 веке, во время церковной реформы. Тогда соловецкие монахи отказались подчиняться московскому патриарху и решили держаться старой веры. 8 лет они успешно отражали атаки царских войск, посланных на усмирение мятежа. И только предательство одного из иноков позволило стрельцам овладеть крепостью. Во время Крымской войны в 1854 году монастырь подвергся страшной бомбардировке со стороны двух английских фрегатов. Обстрел продолжался 9 часов,
и по признанию английского капитана, выпущенных бомб и ядер хватило бы на разрушение нескольких европейских городов. Однако мощь стен была такова, что незначительно пострадало лишь несколько зданий, и никто из защитников не был даже ранен. До революции Соловки ежегодно посещали тысячи паломников со всех концов страны. Богатые купцы посылали сюда своих загулявших детей для покаяния и переосмысления жизни. Особое изумление вызывали у путешественников результаты хозяйственной деятельности монастырской братии и ее работников. Например, на острове был устроен огромный ботанический сад. В его теплицах возле полярного круга монахи умудрялись до революции выращивать виноград и бананы. Задолго до лампочки Ильича здесь в 1912 году была построена монастырская гидроэлектростанция, снабжавшая Соловки дешевой электроэнергией. Сегодня от нее остались лишь вот эти развалины. Рядом остатки сухого дока, где для нужд обители своими силами строились мореходные суда и оснащались пароходы. К концу XIX века монастырь настолько разбогател, что уже покупал быстроходные современные суда за границей. Имелась на острове и чудесная лесопильня, устроенная монахами, где при помощи воды подача и распилка бревен осуществлялась автоматически. Были у монастыря свои фермы, заводы – канатный, соляной, кирпичный. Был даже завод по переработке тюленьего жира. Кроме этого, имелась собственная типография, богатейшая библиотека, школа живописи, иконописная мастерская и несколько гостиниц для паломников. В одной из башен был устроен даже военный музей. Всего не перечислишь. За время существования монастыря в нем дважды побывал Петр I, приезжал сюда император Александр II, многие члены дома Романовых. В ризницах Соловецкого монастыря за несколько столетий были накоплены огромные сокровища. Коллекция икон и древних книг считалась одной из лучших в России. Но после революции все эти богатства и плоды многовекового труда нескольких поколений пошли прахом. Из общероссийской святыни Соловки превратились в общероссийскую бойню. В 1923 году первые косточки заключенных захрустят под пятою безжалостного и тупого слона Соловецкого лагеря особого назначения. Эти кадры были сняты по заказу АГПУ в 28-м. Своего рода рекламный ролик о жизни в концлагере. Появился он не случайно, а чтобы опровергнуть вышедшие на Западе воспоминания нескольких узников, которым удалось бежать за границу. Воспоминания, в которых рассказывалось об изощренных издевательствах и пытках, практиковавшихся в этом лагере. Все, что здесь показано на языке заключенных, называется туфта. Особенно любопытна вот эта сцена, где начальник отделения пробует лагерную баланду. Интересно, гнилую рыбу он тоже пробовал? Кажется, понравилось. Или вот эти кадры, больные в белоснежных халатах, на чистых простынях, в окружении заботливых медсестер. Каждый кадр тщательно отрежиссирован, подстроено все, за исключением актеров. Надсмотрщики и их жертвы самые настоящие. Среди заключенных много интеллигентных лиц, этого никакой камерой не скроешь.
Вот этот старик на переднем плане, по виду профессор. Мы уже никогда не узнаем, как он умер. На нарах, заеденный вшами, или от недоедания. А может, просто был расстрелян, как Павел Флоренский, выдающийся русский философ, математик, химик и богослов. Женщины в шляпках. Сразу видно, тоже интеллигенция. Даже не могут как следует рассчитаться на первый-второй. Кроме изнурительного труда и постоянного страха смерти, была на Соловках еще одна управа на заключенных. Уголовники и блатные. Хроника сохранила нам несколько типажей. Вот таким типам было позволено издеваться над врагами советской власти как угодно. Впрочем, ужасами нас уже не удивишь. Привыкли. Тем более, что сегодня тема репрессий многих даже раздражает. Опять, дескать, про сталинизм, про миллионы жертв. Сколько же можно? Просто поразительно, как за последние годы эти скользкие и обтекаемые слова «сталинизм», «репрессии» заслонили от всех главный смысл нашей национальной трагедии. Ведь на этих кадрах люди не просто валят лес или роют каналы. Это хроника того, как бездарно и бесцельно расходовалась новой властью драгоценная русская сила. Как в тупой и обезличенной работе, в бесконечных экспериментах и кровопусканиях за несколько десятков лет сгорело и истощилось все лучшее, что накопил наш народ в течение нескольких столетий. Надрывались его мозг, его душа и его здоровье. Профессора с кайлом, бездари у власти, монастыри, превращенные в тюрьмы, и труд, ставший наказанием, все это отзовется в грядущих поколениях нравственной опустошенностью, цинизмом и безверием. Даже сильные станут приспосабливаться и лицемерить, а у интеллигенции появятся прежде несвойственные ей черты – продажность, отсутствие убеждений и трусость перед лицом власти. История распорядилась так, что пожинать плоды этого общероссийского погрома приходится именно нам. Соловки сегодня – это яркий пример того, насколько искалечено наше сознание. Когда в начале перестройки тема репрессий была в моде, Соловецкий монастырь стал своего рода жареной темой. О нем писали, говорили, снимали фильмы. Но как только кампания по разоблачению сталинизма отшумела, о Соловках напрочь забыли. Сейчас реставрационные работы здесь практически прекращены. Все, что удалось восстановить к этому моменту, сделано практически в одиночку стройотрядом физического факультета МГУ. Студенты и сегодня единственные, кто еще не бросил монастырь. Кое-какую помощь им оказывают ребята из общества «Мемориал». Все работают совершенно бесплатно, как и было всегда положено в советском государстве. При этом существует три правительственных постановления о восстановлении Соловецкого монастыря, но ни денег, ни материалов, ни людей для этого никто не дает. По мнению специалистов, если такая ситуация сохранится еще 2-3 года, мы навсегда лишимся более половины всех соловецких памятников. Треть памятников просто в ближайшие годы просто исчезнет. Они находятся в таком аварийном состоянии, что я сомневаюсь, что даже при каких-то огромных усилиях удастся их спасти. То есть они уже обречены. Треть памятников находится просто в тяжелом техническом состоянии. Если в ближайшие годы не произвести реставрационные работы, первоочередные, срочные, хотя бы для того, чтобы просто хотя бы накрыть кровлями, провести какие-то первоочередные работы, то они тоже будут уничтожены. Казалось бы, пришло новое время, очень много патриотов, очень много людей, которые хотят
Да, и говорят очень много о возрождении, национального самосознания, возрождении нации, как нации, об обретении нации, все-таки своих каких-то святынь. Но Соловки как раз это та самая святыня, без которой нации просто не существует. И все же какой-то проблеск надежды есть. Здесь мы познакомились с двумя братьями, Геннадием и Антоном Жилинскими. Обоим по 25 лет, москвичи, вполне современные деловые ребята. У Антона свое рекламное агентство, Гена работает в американской компании. На Соловки приезжают уже несколько лет работать в качестве плотников. Вместе с друзьями из МГУ сделали крышу и восстановили купола и кресты на Спасо-Преображенском соборе. Ну вот я первый раз приехал сюда 7 лет назад, когда был после первого курса. Потом отслужил в армии, после армии сразу же опять приехал сюда. И после этого как-то не получалось. Я в основном ездил в Европу, объездил пол Европы. И ты знаешь, вот я чувствую, что меня тянет сюда. И вот я вот сейчас, я работаю уже, давно работаю, работаю вот сейчас в американской компании. Это тяжелая адская работа, там по 12-14 часов в день. Но я все равно вырвал отпуск сейчас. Выпросил недельку себе приехать сюда. И ты знаешь, я вот приехал, ты видишь, сейчас погода тут хмуро, солнца нет, тучи серые, свинцовые, серые камни, белый монастырь, серое озеро и море. Душа отдыхает, это печаль и спокойствие. Это то, что мне очень сильно не хватает в Москве. И здесь отдыхает душа, я не могу это объяснить иначе. У всех людей есть разные привязанности. Мне вот север и вот такие вот старинные всякие вещи, вот для меня это Россия. То есть для меня, например, какая-нибудь средняя полоса, ну, даже не средняя полоса, а ближе к югу, это уже даже не Россия. Не смог назвать это своей родиной. А вот именно вот то, что здесь на Соловках, вот та природа, те постройки вот, монастырские, имею в виду. Вот я бы сказал, что это вкладывается в понятие Русь для меня. Действительно, каждый из нас в понятие Родина вкладывает что-то свое. И каждый по-разному ее любит. Но у настоящей любви всегда есть один отличительный признак. Она деятельна и жертвенна, так же, как и истинный патриотизм. У русских служение Родине издавна почиталось так же, как и служение Богу. В народном сознании эти два понятия, Бог и Отечество, всегда стояли рядом. Сегодня связь между ними разрушена, и никто не знает, сколько времени понадобится на ее восстановление. Но в народе говорят: глаза страшат, а руки делают. На монастырской звоннице, еще недавно мертвой и разрушающейся, вновь гудят колокола. После долгих лет вынужденного отсутствия в монастырь вернулись монахи. Пока их немного, всего 15 человек. Но главное, они уже сделали. В маленькой церкви над мощами основателей монастыря, святых Зосимы, Германа и Саватия, возобновились ежедневные службы. А когда в этом году музей отказался вообще финансировать реставрационные работы на Соловках, церковь отдала свои скромные средства на покупку стройматериалов. И хотя внешне сюда не долетают отголоски нынешних политических бурь и межнациональных конфликтов, здесь остро переживают за судьбу России и ее православного народа. Ведь Соловки – это российская Голгофа, где каждый камень полит кровью. Каждый камень напоминает о той страшной цене, которую мы заплатили за свою гордыню, за то, что не прислушались к голосу разума. Вот сейчас вам хорошо сидеть у экранов телевизора, смотреть вот эту передачу, может быть, пережевывая пищу, находясь в благодушном состоянии, в мягком кресле. Это все хорошо. Но необходимо помнить, что если духовное возрождение не начнется в ваших душах,
в ваших семьях, в ваших квартирах, в этих наполненных людьми мегаполисах, то не восстановятся и Соловки. То и нам здесь, этому малому братству, будет, в общем-то, очень напряженно выдерживать брань, не только, не столько даже внешнюю, сколько внутреннюю, брань духовную. Если все мы с вами не одумаемся, не придем в сознание значимости для русского православия духовной брани, то нам угрожает уничтожение. Нас превратят в рабов. И дети наши будут находиться в колонии, в гетто, и какие-то другие иные люди будут наследуют эту землю, землю отцов наших. Хотелось бы пожелать в этот день, в этот час одуматься все же, как-то отряхнуть от себя сон греховный, некую вселенскую загипнотизированность, как бы попытаться выйти из этого заколдованного круга грехов, обыденности и через молитву, через какое-то духовное, всем, конечно, безусловно, возможное совершенствование, прийти к Богу. И пусть Пресвятая Богородица будет нам в этом путеводительницей.